Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня у нас будет задание 4.2.1.3. Давайте сразу же приступать. У нас будет базовая настройка параметров коммутатора, просто имя, далее настройка азерчаннелов и так дальше. Давайте сразу же приступать и выполнять. Я сделаю вот так, чтобы нам было удобнее. Я подготовила уже команды, чтобы было проще работать. Первая настройка – это базовая настройка коммутатора, а самая базовая – есть имя устройства. Так что enable, conf t, указываем hostname, и первое у нас устройство S1. Готово. Мы заработали свой первый балл. Далее enable, Ctrl-Shift-6, если у вас тоже возникает вот такая вот проблема. Если вы неправильно ввели команду и нажали Enter, enable, conf t, Hostname S3 и последний у нас S2 получается. Командная строка enable conf t paste S3. Ой, S2. Готово. Посмотрим, что у нас в блокнотике. Далее нам нужно настроить наши транковые маршруты. Давайте начнем вот по вот этим вот заданиям. Они у меня уже прописаны, так что я просто нажимаю Ctrl-C и прописываю каждое устройство. Это у меня S1. Ctrl-V. Здесь не работает, так что нажимаем кнопочку Paste. Ой, у меня плохо скопировалось. Ничего, выделяем Ctrl-C, Ctrl-V. Ай, привычка. Вот, paste. Далее копируем следующие наборы команд. Они идентичные, кроме вот этих вот портов, которые указаны здесь. Это у нас S2. Открываем S2. Paste. Настроили. И последний у нас S3. Вот он. Ctrl-C. S3. Paste. Настроили. Таким образом, мы настроили наши транковые маршруты. Теперь нам нужно настроить порт Channel 1. Давайте это сделаем. Указываем интерфейс, далее порт Channel и No Shutdown. Это нужно сделать для S1 и S3. Вот наша командная строка. Enable conf t. Paste. Готово. И это самое нужно проделать на S3. Conf t. Paste. S3. Готово. Далее нам нужно настроить транковые порт channel. Здесь тоже все очень просто. Для этого просто вводим интерфейс порт channel 1, switchport, mod, trunk. Это проделается также на S1 и на S3. S3, paste, готово, и S1. Эти команды switchport mod trunk в этом задании не засчитываются, но эти команды нужно проделывать, так как это обязательная настройка наших коммутаторов. Далее нам нужно настроить S1 и S2. Channel group 2 должно быть mod active. Вот здесь все указано. И также для Port Channel 2 нужно оказать mod trunk. Это на S1 и S2. Вот наш S2. Paste. Ctrl-Shift-6. Conf T. Теперь записываем нужные команды. То же самое на S1. Правильно ведь? Да. В режиме конфигурации вводим эти команды. Настроили. Таким образом, у меня уже 63 балла из 100. То есть все очень быстро и просто. Далее здесь рассказано, что нужно сделать с Port Channel 3. Тоже это все перечитайте. Здесь все легко указано. И вот какие команды для этого нужно проделать. Для S2 у нас интерфейс Range Fast Ethernet 2324 выключить. Для S2 у нас должен быть Passive. Для S3 Active. Копируем, Ctrl-C, это у нас S2, paste,
Что-то не так. А, давайте видим. Exit. Теперь еще раз paste. Почему? Так, что не так? Интерфейс range Fazernet 023.024. Cooper Channel 3. Почему не работает? А, у меня не указана циферка 0. Давайте это исправим. Я стру лишней конфигурации. Вот здесь не хватает 0. И вот здесь тоже. Все. Fazernet 023.024. Ctrl-C. Paste. Все работает. Теперь S3. Ctrl-C. Paste. Все работает. 87 баллов из 100. Что у нас осталось? Нужно настроить для всех устройств Show Ether Channel Summary. Это не настройка, это чтобы посмотреть все наши конфигурации. Вы можете это проделать, чтобы посмотреть. А я предлагаю сразу же настроить Spanning Tree. Вот эти две команды. Это все настраивается на S1. Вот здесь все указано. S1. Готово. Check results, assessments items. Channel group нужно настроить на Fazernet 022. И здесь тоже на 022, S3 и S1. Скорее всего, там тоже не было просто 0, и оно не настроилось. 021, 024. Вот здесь. Давайте проделаем еще раз. Fazernet 021, 022, switchpod, mod trunk. Paste. Change it to no shutdown. Готово. У меня неправильный channel group. Угу. Ищем наш интерфейс Fazernet 022. 023. Давайте посмотрим по заданию. У меня должен быть для Fazernet 022, channel group 1, channel group 1, mod destirable. А эту команду я... channel group я не прописала на еще двух устройствах. Вот она. Давайте скопируем. И пропишем на S2 и S3. S1. Готово. И S3. Также Enter. И paste. Почему не так? Exit. Channel group mod 1. Почему ему не нравится? Ведь на S. Support mod. Здесь все работает. В настройке config if range. Channel group. Да, давайте поставим знак вопроса, посмотрим, какие у нас есть возможности настройки. Возможно, что-то здесь не так. Spanning tree, нам это все не подходит, нам нужен channel group. Интерфейс. А, нам нужно указать интерфейсы, которым нам нужно настроить channel group. То есть если мы посмотрим кнопочку Check Results, это интерфейс Fazernet 022. Вот в чем проблема. Мы настраиваем не в том режиме. Для этого int f022. И здесь настраиваем наш channel group. Хух. На этом все. У меня 100 баллов из 100. Нажмем кнопочку еще раз Check Results. Видим, у нас 100 из 100. Думаю, у вас тоже все правильно. А на этом все. Всем пока.